Теперь печальная новость. В Москве скончалась Зинаида Кириенко, народная артистка РСФСР, известная стране по ролям в легендарных картинах «Судьба человека», «Казаки», «Тихий Дон». Зинаида Кириенко обладала яркой внешностью и выдающимся актерским талантом. Чего только стоит ее Наталья Мелехова в экранизации романа Шолохова. Ей удалось передать трагедию героини, которую казалось невозможно сыграть, только пережить. Но еще были театральные роли, творческие вечера по всей стране. Накануне стало известно, что Зинаиду Кириенко госпитализировали в одну из столичных клиник с коронавирусом. Ей было 88 лет.